В омских аптеках обнаружили ядовитые соски. Резиновые насадки для бутылочек, из которых кормят новорожденных, продавали в госаптеках. Специалисты Роспотребнадзора нашли в них фенол – опасное вещество, которое может вызвать отравление даже у взрослого человека. Соски выпускаются немецкой фирмой. В России они известны под маркой «Мой малыш». В Омской области из продажи изъято 113 штук, однако неизвестно, сколько всего опасных ядовитых изделий уже продано. Выяснить это предстоит специалистам управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. Именно там находится компания-поставщик. Если вы приобрели соску марки «Мой малыш», то вы можете вернуть ее в аптеку. Вам обязаны возместить потраченные деньги.